В послании президент сообщил о том, что в следующем году будут отмечены две знаменательные даты – 1150-летие Аль-Фараби, 175-летие Абай-Кунанбаева. И акцент во время торжеств должен быть не на излишествах, а на пропаганде трудов гениев человечества. В Аральском районе библиотеки провели литературно-музыкальный вечер, посвященный поэзии Абая. Акын – философ, ученый. Абай занимает особое место в казахской литературе. Его наследие – бесценное национальное достояние. Подрастающее поколение должно знать, впитать в себя назидание Акына. Библиотекари района организовали выставку произведений поэта. На выставке представлены произведения Акына, переведенные на русский язык в 1947, 48, 50, 57 годах. В книжном фонде библиотек свыше 200 произведений великого Абая, а также научные труды о жизни и его деятельности. На вечере были прочитаны стихи Акына, исполнены его песни и кюи. В коворкинг-центре состоялись интеллектуальные состязания. Молодые люди прикоснулись к творчеству Абая, узнали новые сведения о его жизни, мировоззрении. Я постоянный читатель библиотеки, прочитал его стихи сегодня. Всех казахстанцев приглашаю принять участие в эстафете и углубленно читать произведения Абая. Слова назидания Абая Кунанбаева посвящены молодежи. Такие мероприятия хочется, чтобы проводились чаще. Мы должны знать произведения и великого Абая Кунанбаева. Галымжан Жамназаров, Камжан Жолтаев, Иса Шарипов, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.